Гаснет общий свет в зале, звучит таинственная мелодия. На всех экранах, а также на поверхности борцовских ковров появляется изображение космического пространства. Среди мерцающих звезд оживает созвездие Орла. Обретая живую объемную форму, птица взмахивает крыльями и устремляется к Земле. Орел достигает уровня облаков. На поверхности борцовских ковров мелькают кадры живописных мест Дагестана. Горные ручьи заполняют сценическую площадку, превращая ее в Каспийское море. В стилизованных костюмах воды на поверхности борцовских ковров появляются артистки ансамблей «Лезгинка» и «Дагестан». Далее на сцене появляются даулисты, отбивающие барабанный ритм поверх звучащей динамичной музыки. На центральном ковре вырастает большая гора, вокруг которой начинают кружить горные орлы Дагестана, артисты ансамбля «Молодость Дагестана». Вновь меняется характер музыки. Над борцовским подиумом появляется солнце, светящаяся сфера, внутри которой находится персонаж в золотом одеянии. В хореографическую композицию включено участие воды, орлов и солнца. Далее звучит тревожная музыка, оглушительный треск грома. Спортивную арену озаряют вспышки молний. С разных сторон в сопровождении своей свиты на борцовский ковер поднимаются два персонажа. Во дворце спорта столкнулись две стихии. Над полем битвы пролетает орел и своим криком останавливает сражение. Центральный ковер превращается в звездный. Воины убирают оружие и расступаются. На центр от каждой противоборствующей стороны выходят по одному спортсмену. После финальной схватки спортсмены пожимают друг другу руки. И гигантские куклы следуют их примеру. После на площадку выходит группа волонтеров. За ними артисты в белых костюмах с флагами стран-участниц. На европейском турнире принимают участие 34 национальных сборных. Приветствуют участников и гостей соревнования официальные лица. Уважаемые друзья, поздравляю вас с открытием в Каспийске чемпионата Европы по спортивной борьбе. Впервые столь престижный международный чемпионат проводится у нас, в России, в Дагестане. Отмечу, что в России развитию спортивной борьбы уделяется большое внимание. Мы по праву гордимся именами и победами наших выдающихся спортсменов. Их вкладом в укрепление позиции этого зрелищного вида спорта в мире. И уверен, что нынешний чемпионат пройдет на самом высоком уровне. Особые слова благодарности организатором чемпионата, Международной федерации объединенный мир борьбы и ее главе Нилу Плановичу. Уверен, соревнования, участниками которых станут представители 35 европейских стран, подарят всем атмосферу большого спортивного праздника, будут способствовать укреплению международных связей и привлекут в ряды любителей спортивной борьбы тысячи поклонников и подростков. Желаю всем зрелищных спортивных соревнований и незабываемых впечатлений. Добрый вечер, великий народ Дагестана. Великий, потому что вы писали историю нашего вида спорта золотым буквами. The great people, because you know the name of your public in the history of wrestling with gold letters. Великий, что вместо с вашими авторитетами Республики Дагестана и президент Министерства спорта России, Спортивной федерации борьбы России, нам подготовили такие условия, что для нас и для вас сегодня двойной праздник. 1 мая и праздник борьбы. You are great because
Russian Wrestling Federation and the Ministry of Sports of Russia prepared such a great championship and such a great sports holiday. Я уверен, что через 5 дней вся Россия, Дагестан, вам и нам будут гордиться. I'm sure that Dagestan would host such holidays all the time. По окончанию выступления официальных лиц чемпионата Европы по спортивной борьбе 2018 года объявляется открытым. Долгожданная минута настала. The long-awaited minute has arrived. Чемпионат Европы по спортивной борьбе объявляется открытым. The European Wrestling Championship is declared open. Абдурахим Билал Даганай, Саид Кутиев, Мурат Касумов. Время новостей. Каспийск.